Дорогие мужчины, дорогие наши горловчане, в день преддверия праздника защитника Отечества разрешите в очередной раз поздравить вас с этим праздником, сказать вам огромное спасибо за то, что на протяжении всего периода мы за вами, как за каменной стеной, за то, что вы помогаете нам себя чувствовать женщинами, за то, что рядом с вами мы можем быть красивыми, защищенными. Всего вам хорошего, мирного неба и счастья вашим семьям. Я управляла администрацией города Горловка, Бутвина Наталья Юрьевна. Хочу от всей души и от женского коллектива нашей администрации поздравить всех мужчин, всех военнослужащих, в том числе и женщин, которые причастны к с этим праздникам, с Днем защитника Отечества. Сегодня этот праздник приобрел гораздо больший смысл вот в этих условиях, в которых мы сейчас оказались и живем. Но я надеюсь, что следующий праздник мы будем отмечать мирно, благодарить наших ветеранов, Великой Отечественной сегодняшней войны, те, кто защищает нас всегда. Мы знаем, что наши мужчины достойные защитники нашей Родины, нашей земли, и они всегда встанут плечом к плечу, чтобы защитить нас. А мы будем им надежным тылом, как всегда и остаемся. С праздником вас, дорогие! Всех благ! Дорогие наши мужчины, от имени всех просвященцев города мы поздравляем вас с таким замечательным, великолепным праздником, Днем защитника Отечества. Действительно, в этом году этот праздник особенно торжественен и особенно волнующий, потому как вы истинные защитники нас, защитники нашего покоя, защитники наших детей. Желаем вам крепкого здоровья и чтобы вы всегда были рядом с нами, а мы могли опереться на ваше крепкое плечо.